Еще 6 бойцов Приморского добровольческого отряда «Тигр» получили от командования заслуженные ордена и медали. Губернатор края Олег Кожемяка поздравил их с высокими государственными наградами. За храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, 4 добровольцев наградили орденом мужества, 2 получили медаль за отвагу. Теперь у бойцов есть возможность побывать в отпуске, встретиться с родными и близкими, после чего большинство из них вернутся в свои отряды.